Основная еда, конечно же, у сов это мышки. Мышки, крыски, суточные цыплята. Вот, то есть обязательно нужно давать, потому что для красивого оперения и потому что у совы два желудка, нужно обязательно давать мышек. Так, ну что тут у нас? Да, тусовка. Марси. В мышках вообще все самое полезное. То есть мышка это у нас все витаминчики. Вот. Крыска это жирненькая такая, как свининка для нас. И цыплята это диета. Вот такое диетическое.